А если нет денег, тогда вопрос появляется, могу ли я найти? Значит, найти. Найти. А могу ли найти или нет? Вот об этом начнем задуматься. Если да, хорошо, я могу. А если нет, значит, на этом этапе пока надо останавливаться. Не надо недофинансированием заниматься. А если да, хорошо, какие источники? И начинаешь так. Но есть несколько способов. Жениться на богатой девушке. Это стратегия? А что, я не шучу? Это тоже стратегия. Найти клад. Кто-то пойдет, так и делает. Я шучу, конечно, не надо там только по таким стратегиям пойти. Но кто-то на это тоже надеется же. То есть, в общем, что? Это инвестор, это банк и так далее, и так далее, и так далее. Продавать что-то, может быть, что-то продать. Очень важно, чтобы у вас четко было, откуда я это сделаю. Откуда я это нахожу, как я это делаю. И когда вы даже придете к инвестору, хорошо, какого категория инвестора? Еще дальше идем. Мы чем уточняем, разжевываем, четко мы поймем, куда двигаться. Кто мне понял? Не надо говорить, ну я пойду искать инвестора. Это абстрактно, тяжело тебе найти. А если ты не то для себя не определил, кто твой инвестор, очень сложно делать. Хорошо, инвестор, какого категория инвестора? И мы распишем его, кто он, какого категория инвестора. Например, если ты занимаешься торговлей, лучше ищи инвестора, который понимает торговлю. То есть ищи инвестора из того среда, из того отрасли. Это надо писать. Ищи инвестора из кого? Из того среда, из того отрасли. Например, почему много инвесторов отказывают вам? Есть такая проблема. Вы занимаетесь производством, предлагаете чиновнику быть инвестором. Он не понимает ваше направление. Или вы, например, занимаетесь, скажем, торговлей, вы приходите, предлагаете инвесторам быть человека, который постоянно в гостинице заработал, свой бизнес, или недвижимость заработал. И поэтому, когда эта сфера для него непонятна, он отказывает вам. Один из самых важных путей – всегда ищи инвестора, тот, который в твоем отрасли успешный. И тогда он тебе вкладывает не только деньги, он вкладывает в тебя больше опыта и связи, знаний и так далее. Некоторые мне приходят и говорят, а это же опасно, он могут увидеть то, что я предлагаю, и просто пойти сам делать. Я говорю, успокойся. Человек, который имеет больше денег, чем тебя, ему не нужны твои идеи. Ему нужен еще кто-то, кто поможет ему его идею реализовать. Почему? Потому что он сам, если у него денег есть, кто из вас заметит, что когда у человека несколько миллионов деньги появится, он чуть-чуть лентяй станет. Кто это заметил? Да ему неохота пойти бегать, что-то делать. Он наоборот, если видит, что ты талантлив, он говорит, я тебе еще сверху отдам пару миллионов, давай работай. Ни один человек так не будет делать, ребята. И правую руку поднимем, повторим за мной. Если женщина забременит, она сама должна рожать. Как бы другие не жалели ее, она не рожает. Другой не вот. Ни папа, ни мама, ни муж. Никто не поможет в этом. Если это означает, что идея у вас в голове появилась, точно так только вы можете его реализовать. Если кто-то другой реализует, он будет чуть-чуть другой. Но не будет такой, как вы задумались. Он будет, но будет с каким-то другим уклоном, другой бизнес-модель получается, с какими-то дополнительными, другие ценности будут. Но он точно такой, как вы задумались, не получится. Так что никогда не бойтесь. Никогда не бойтесь кому-то пойти, предлагать, получать хорошие инвестиции и так далее. Вот модель. Какой инвестор мне нужен? Хорошо, в сфере торговли. Значит, стоит в сфере торговли. Ага. А после этого, что определили в сфере торговли, хорошо. А теперь, где его искать? И составляем список тех людей, где его искать. Где он ходит? И начинаем туда ходить, где он ходит. Кто мне понял? Если связи есть, если у нас есть такие связи, это круто. Если нет, нет. Когда мы распишем портрет его, вот мы поняли, какой нам нужен инвестор. Его портрет написали. Например, человек, который разбогател в торговле и так далее. Мы его портрет расписали, уже знаем его прототип. Аватарку расписали себе, кто он. И мы начинаем потом составить дальше. Где он ходит?
Где он ходит? Я знаю, что в Алма-Ате один парень мне рассказал, я просто полтора часа почти смеялся от этого. Были у меня на тренинге, когда вот такого рассказывал, когда это мой рассказ, это 2012-2013 год, по-моему. Он после моих вот общения, консультации, он пошел, оказывается, расписал все так. И четко за одной агашкой следит. Послушайте. Он следит с ним, а узнает, что эта агашка останавливается в какой-то там такой гостинице, президентский номер. И так далее. Что он делает? Каждый раз, вот эта девушка, которая администратор гостиницы уговаривает, говорит, послушай, я тебя очень прошу, я так хочу знакомиться с этим человеком, я узнал, что он останавливается у вас. Она говорит, ну да, он у нас останавливается и так далее. И он оплачивает ей каждый месяц $300, чтобы она просто сказала, когда он пребывает. И что он делает? Там всего в этой гостинице две президентские номера. И он каждый раз, когда тот арендует президентский номер, это тоже там арендует и напротив живет. Послушайте, интересная история. И когда я это слышал, я так смеялся. Он говорит, вы не представляете, Давлат говорит. Я говорю, вот это крючок, есть вот крючок дыра, это там, глазок, то есть. От него, говорит, не отхожу. Вот с утра стою, одену галстук, все вот так. И чтобы не пропустить, чтобы, да, его не пропустить, когда он выходит. И я, говорит, стою и вот так и жду часами, чтобы его не пропускать. И когда тот выходит, я тоже выхожу, дверь закрою и иду. Вы как вы думаете, один раз он его все равно не заметит, дом с глазами и так далее. Он говорит, так 4-5 раз я делал. Вы согласны, что если вы человека видите, вот автоматически вы начинаете кивать головой друг друга? Согласны? Видишь, это же вы, он же тоже понимает, что глупый человек не останавливается в президентских номерах. Он тоже так размышляет, правильно же? И вот так. И когда выходит этот, потом, говорит, где-то на третий, четвертый я начал говорить, кивать головой, поздороваться. Он начал отвечать. На пятый раз мы начали поздороваться. О, я вас часто здесь вижу. О, как вас зовут? И вот так, говорит, мы познакомились вот так. И так этот человек вложил в его бизнес 940 чем-то миллионов.